Смещаясь, пользуясь в экодоме, далеко не каждый, но, похоже, это удалось жителям Карельской Сортовалы. В уходящем году город стал самым популярным местом для юных жителей региона. Все благодаря молодежному творческому центру «Сердобыль», который был открыт на частные деньги и не требует от родителей финансовых затрат. В заведении только за первые 9 месяцев работы побывало больше 30 тысяч детей. Александр Ланков выяснил, ну что же так привлекает школьников республики в новом центре. Гирлянды рисуем, шарики рисуем, используем разную глазурь. Два предмета на одном уроке. Изобразительное искусство и кулинария. В молодежном центре «Сердобыль» уже привыкли совмещать приятное с полезным и, казалось бы, привычное с новым и интересным. Сестрам Насте и Даше такие вот занятия заменили мультики и компьютерные игры. После вот этих занятий мы приходим, у нас начинается просто дома, уже вот начинает запускаться процесс по нарастающей. Они что-то, кроме того, что научили, еще что-то новое начинают придумывать. Здесь учат танцевать, мастерить народные карельские игрушки, играть в КВН и даже ездить верхом. Валя ухаживает за лошадью Вильмой уже полгода. Говорит, за это время научилась даже разговаривать с ней на языке жестов. Вот это вот движение, это вы хвалите лошадь за то, что стоит Вильма. Да. Всего в Сердобыле 13 секций на любой вкус и 25 преподавателей, которыми стали жители городка. Каждый из них увлечен любимым делом, поэтому и детям интересно, говорит директор молодежного центра. У нас заработала студия «Сам себе дизайнер». Конный клуб у нас работает. В будущем мы планируем открыть школу журналистики. Это обычные жители нашего города, которые пришли с какой-то интересной идеей, а мы помогли ее реализовать. Все расходы на содержание центра берут на себя частные инвесторы. Он открылся в марте 2015-го, и с этого времени здесь побывали уже больше 30 тысяч детей из разных уголков Карелии. Это едва ли не в два раза больше, чем население самого городка. Модные у современных детей игры-квесты проходят по всему райцентру. Как вообще, вот такое ощущение? Азарт. Азарт есть. Весело. Да, чувство азарта такого. Приходится подключать фантазию. Настроение к Новому году поднялось. Благодаря такому наплыву юных гостей Сердобыль считается перспективным туристическим центром Карелии. Его опытом уже заинтересовались в других регионах. Тем более, что праздничное настроение в Сортовале в этом году чувствуется особенно. Ведь город стал новогодней столицей России. А это значит, что за несколько часов до наступления 2016-го сюда приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Дети репетируют на улицах хороводы и не скрывают, о чем попросят у зимнего волшебника. Еще раз вернуться в этот центр со своими друзьями. Александр Ланков, Life News, Республика Карелия.